Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. 13.06 в Кирове. Снова здравствуйте. По-прежнему в эфире Анна Лапшина. Но это программа «Особое мнение». И мой сегодняшний гость – юрист Ян Чеботарев. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот перекинем такой небольшой мостик из дневного разворота. В последнем часе мы обсуждали строительство полигона в Осинцах или Осинцах. Все по-разному ударяют на самом деле название этого населенного пункта. Местные жители, жители Зонихи, объединились в некую инициативную организацию. Назвали ее «Среда обитания». Зарегистрировали в январе этого года. Начали проводить одиночные пикеты. Потом была встреча с представителями законодательного собрания и правительства области. Ничего, как они считают, эта встреча не дала, поэтому пикеты возобновились. Как вам кажется, они добьются чего-нибудь из того, что они хотят добиться? То есть, хотят они добиться, чтобы свалки, точнее, полигона не было? Честно скажу, что я приветствую подобного рода объединения граждан. На мой взгляд, они уже многого добились, хотя бы того, что они объединились все вместе. Я считаю, что вряд ли гражданам удастся переубедить администрацию города и перенести полигон. Здесь, к сожалению, простого нежелания любого гражданина недостаточно. Так. А механизмы какие есть? Никаких. Ну вот они собираются независимую еще экологическую экспертизу проводить. Великолепно. Более чем уверен, что это будет очень интересный документ, и администрация города с интересом его изучит. И если действительно экологи скажут, что размещение свалки в Осинцах, Осинцах невозможно по каким-то экологическим нормам, возможно, администрация города и примет какое-то другое решение. Однако мой опыт подсказывает мне, что как раз городские власти, когда принимали решение о размещении полигона именно там, такие исследования с точки зрения экологии уже проводились. Ну и, наверное, они предполагали, что не все будут довольны размещением, да, и будут те люди, которые, возможно, захотят перепроверить результаты. Ну, понятно, но Аня здесь... Мы можем предполагать, что там что-то было потасовано, там еще что-то, потому что вот сегодня они в эфире у нас заверяли, что, ну, какие-то вещи, по крайней мере, не удостоились должного внимания. Ну, предполагать каждый человек может ровно все, что он только лишь захочет. Другой вопрос, что является правдой, что нет. Если администрация приняла какое-то решение в соответствии с действующим законодательством, любой гражданин, который полагает, что его права как-то этим решением нарушены, может оспорить его, обжаловать либо в суд, либо обратиться в соответствующие органы прокурорского надзора с тем, чтобы уже государство встало на его защиту. К сожалению, другого, может быть, к счастью, другого способа решения проблемы просто не существует. Какие-то массовые мероприятия, митинги, пикетирование, шествия, они не являются, ну не то что даже легальным способом решения проблемы, это просто неэффективное средство. Ну, собрались, ну, пошумели, сказали о том, что мы против. Великолепно, давайте зададимся другим вопросом, куда эту свалку перенести. Ну, гости наши говорят, что это не их проблемы. Это нет, проблемы, это прекрасно. Это проблемы людей, которые поставлены думать о таких вещах. Ну, вот в данном случае как раз те люди, которые поставлены думать о таких вещах, посчитали о том, что самым экономически целесообразным будет являться размещение свалки в Осинцах. Если граждане, проживающие вблизи будущей свалки, не согласны, действующий закон дает им три всего возможности. Первое, попробовать оспорить данное решение в суде, пожаловаться в прокуратуру, либо продать свои земельные участки, здания, строения, сооружения и приобрести... За очень небольшие деньги. Ну, тут вопрос уже, за сколько смогут. И приобрести, соответственно, в другом каком-то населенном пункте в такие же или похожие объекты недвижимости. Извините, но это
действительность наша с вами. Когда в Сочи готовили Олимпиаду, посносили очень много чужой недвижимости, выплатив соразмерную компенсацию. К сожалению, закон, действующий в России, да и во всем мире, между прочим, он декларирует, что интересы общества выше интересов отдельно взятого гражданина. Соответственно, если интересы города состоят в том, что ему нужна новая свалка, области, новый полигон твердых бытовых отходов, и соответствующие специалисты считают, что Осинцы — это оптимальное место, желание или нежелание граждан, проживающих там, никакого правового значения не имеет. То есть, если не будет экологических нарушений, Нарушений, строительных норм правил, экологических норм правил. А если есть, то в прокуратуру или можно в суд. Так это, опять же, это повод для того, чтобы оспорить, обжаловать решение о размещении свалки в конкретном месте. Просто нужно какие-то основания. Одного нежелания недостаточно. Ну, в общем, будем ожидать, конечно, результатов этой независимой экологической экспертизы, которую обещали гости нашего предыдущего часа. Переходим к следующим темам. Ну, Ян Евгеньевич, у нас с вами всегда так получается. Как вы приходите, так новости про белых. Про экс-губернатора Кировской области. Главное, чтобы хорошее. Ну, я не могу сейчас сказать, хорошие или плохие. Наверное, будет во многом зависеть от того, как вы прокомментируете. Новость не сегодняшняя, тем не менее, через неделю, 22 августа, в Пресненском суде Москвы начинается слушание по делу Никиты Белых. Ну, на мой взгляд, это хорошая новость. Первое заседание. Как минимум, неопределенность какая-то уйдет, какая-то информация появится. Ну и в любом случае нахождение в условиях следственного изолятора наверняка не самое лучшее времяпрепровождение для Никиты Юрьевича. Чем быстрее закончится, тем лучше. Но в то время, пока идет судебное следствие, правильно это называется, судебное следствие, да, рассмотрение дела в суде, он же тоже будет находиться в СИЗО. Это называется судебный процесс, который состоит из нескольких стадий. Да, он будет находиться по-прежнему в условиях следственного изолятора. Но процесс когда-либо кончится, и чем бы он ни кончился, он в любом случае покинет стены следственного изолятора, и чем быстрее это произойдет, тем это будет лучше. В любом случае, при любом исходе. В любом случае. Хорошо, об этом мы еще поговорим. Я сейчас просто попрошу несколько вот таких прям процедурных, коротких моментов пояснить. Давайте. Во-первых, почему Пресненский суд? Ну, потому что Лотте Плаза, где был задержан Никита Юрьевич, находится как раз в Пресненском районе Центрального административного округа города Москвы. И то есть по месту совершения. Да, обслуживается Пресненским районным судом. Соответственно, где было совершено деяние, которое следствие полагает преступным, тот суд и рассматривает существо дела. Угу. Дальше. Было объявлено СМИ, что первое заседание пройдет в закрытом режиме. Что это значит? Ну, здесь пугаться не надо. Здесь речь идет всего лишь о том, что судебный процесс состоит из череды судебных заседаний, первые из которых именуются предварительным. Там предварительным слушанием. Там решаются чисто технические вопросы о достаточности представленных доказательств, о соблюдении всех необходимых формальностей, о надлежащем уведомлении лиц, участвующих в процессе, о его начале. Рассматриваются ходатайства об исключении доказательств. То есть Или о приобщении. Или о приобщении это уже потом? Потом. Значит, рассматривает суд исключительно технические вопросы, которые в силу закона рассматриваются именно в закрытом судебном заседании, без доступа публики. Там не рассматривается... Доступ публики — это доступ сторонней публики или там и родственники не могут присутствовать? Там могут присутствовать строго ограниченное число лиц. Подсудимый, его защитники, секретарь судебного заседания, сторона государственного обвинения, болельщики, родственники, слушатели, свидетели там не присутствуют. Угу. То есть там достаточно небольшой по времени процесс обычно длится от силы часа полтора-два. Но в случае с Никитой Юрьевичем я прогнозирую, что это, конечно, будет подольше, потому что наверняка там будет много ходатайств о возврате дела в органы следствия.
для производства каких-то дополнительных следственных действий. Возможно, об исключении доказательств. Возможно, вообще о прекращении уголовного дела. Не знаю, это на совести защитников. Но думаю, что в одно заседание это как раз уложится все. И я думаю, что как раз после вот этого 22 числа будет известно уже, когда начнется непосредственно сам гласный процесс, куда будут допускаться и заинтересованные журналисты, и любые граждане, желающие просто получить какую-то информацию. Ну, за исключением разве что свидетелей, пока они не дали какие-то показания. Они не могут находиться в зале суда. Могут. Угу. Сейчас сделаем небольшую паузу, через минуту вернемся в эту студию. Напоминаю, Ян Чеботарев у нас в гостях. Особое мнение на 101FM. Продолжаем выслушивать особое мнение юриста Яна Чеботарева. Говорим о деле Никиты Белых, которое вот-вот перейдет в завершающую судебную стадию, да, если можно так выразиться. Первое заседание пройдет в закрытом режиме. Ян Евгеньевич пояснил, что там такие, ну вот, какие-то прям процессуальные, да, не знаю, моменты. Процедурные моменты будут решаться. Можем ли мы говорить о том, когда после вот обычно первого заседания назначается следующее? Через неделю, через месяц, через две недели? Нет, речь не о месяцах не пойдет. В среднем это примерно 10 дней-2 недели. Ага, а если принимается решение, ну вот так, пофантазируем, о том, что дело направляется обратно, возвращается там на доследование и прочее? Если суд признает о том, что дело не может быть рассмотрено в судебном заседании по причине огрехов, например, каких-то процессуальных документов, несоблюдений требований Уголовного процессуального кодекса, дело возвращается на стадию предварительного следствия для устранения недостатков, недочетов. Ну и сколько, соответственно, следствие будет длиться, Мы не можем предположить. Хорошо. А если же все-таки будет назначена дата следующего рассмотрения в суде, вот как вообще это обычно происходит? То есть там сначала доказательство должно представлять обвинение, я так понимаю? Ну да, значит, вся процедура состоит в следующем. Начало любого судебного процесса по существу начинается с того, что сторона обвинения в лице работника прокуратуры, государственного обвинителя, оглашает обвинительное заключение, то есть доводит до сведения и суда, и общественности, которая присутствует в зале судебного заседания, либо следит за ходом процесса по интернету, например, о том, в чем же конкретно обвиняется тот или иной гражданин, в данном случае Никита Юрьевич Белых, какими доказательствами подтверждается его вина, и оглашает, собственно говоря, кого из свидетелей сторона обвинений, в каком порядке собирается допрашивать. После того, как обвинительное заключение оглашено... Это одно заседание занимает или может растянуться? Это в зависимости от объема. А также от навыков скорочтения. Обвинительные заключения бывают очень небольшими, на там, 1,5-2 листочка. Бывают весьма значительными по объему своему, мало уступающими серьезному литературному произведению Льва Николаевича Толстого. Если все дело Никиты Юрьевича состоит из 45 томов, как ранее говорилось, ну, я думаю, что обвинительное заключение маленьким точно не будет, но составляет примерно где-то страниц около 200, наверное, не больше. 200 страниц? Да, я думаю, это в одно заседание. Ну, там же два эпизода. Ну, это в одно заседание, я думаю, что вполне могут успеть. Если быстро читать. Ну да. Значит, после того, как зачитано обвинительное заключение, суд спрашивает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, признает, не признает. После этого доказательство начинает представлять сторона обвинения, то есть оглашаются, зачитываются, обозреваются документы, вызываются свидетели, допрашиваются, им задаются вопросы. Ян Евгеньевич, а я правильно понимаю, что совсем не обязательно, чтобы вот свидетель присутствовал в суде? То есть могут просто зачитать его показания? Нет, не совсем так. Значит, у нас все-таки устный процесс. Оглашение показаний свидетеля до его допроса, как правило, не допускается, за исключением ряда случаев, четко регламентированных в УПК. Ведь, в конце концов, свидетель — это такой же человек, он может заболеть, уехать, скрыться, скончаться, простите, что угодно может произойти.
Поэтому все, что происходит до суда, и называется предварительным следствием. Угу. То есть органы следствия просто помогают суду обеспечить сохранность тех доказательств, с учетом которых и на основании которых суд уже выносит итоговый приговор. Поэтому, как правило, свидетели всегда вызываются, приглашаются непосредственно в судебное заседание, им задаются вопросы. И те показания, которые давались на этапе предварительного следствия, оглашаются только в том случае, если, например, имеет место быть какие-либо противоречия между тем, что человек говорит в судебном заседании, и тем, что он говорил ранее. Ну, например, на предварительном следствии он говорил, что Белых вымогал у меня взятку, а в судебном заседании говорит о том, что да, он сам просто решил от широты души тайно подарить Никите Юрьевичу 4 брикета европейской валюты. Ну, вот в этом случае, безусловно, и те показания, которые были даны ранее, будут оглушены. Свидетелю, который так резко меняет свою позицию, будет задан вопрос, чему следует верить, тому, что он говорит сейчас или что он говорил ранее, почему и на основании чего он поменял показания. Ну, а может не отвечать? Нет, свидетель обязан давать показания. Он может отказаться давать показания только в случаях, которые предусмотрены нормой статьи 51 Конституции Российской Федерации. Не свидетельствовать против себя. Да, против себя, своих родственников, круг которых определен уголовным законом. И все. То есть просто безмотивно сказать, что нет, я не буду давать никакие показания. Нет, нет, он может не объяснять, почему он изменил показания. Или он обязан? Ну, в этой части его в любом случае будут спрашивать, и он обязан отвечать, почему его показания так диаметрально изменились. Угу. Он может, конечно, попытаться, ссылаясь на 51-ю статью, как-то уйти от ответа на этот вопрос, но давать-то оценку будет суд. И суд в совещательной комнате уже тогда, когда все доказательства стороны обвинения, стороны защиты представлены, оставшись один, будет анализировать, почему свидетель изменил показания, каким показаниям следует более доверять тем, которые он дал в судебном заседании, или тем, которые давал на предварительном следствии. Ну, как правило, суды не приветствуют вот такого метания из одной стороны в другую и считают, что те показания, которые давались в ходе предварительного следствия, являются наиболее достоверными. Ага, вот хотя так. бы потому, что ну, это очень на самом деле просто и даже логично. Хотя бы потому, что по времени предварительное следствие ближе стоит к событию. Моменту, да, который рассматривается судом в качестве события дела. Почему? Суд предполагает, что человек забыл. Может что-то забыть, может что-то спутать, может по-другому как-то какие-то обстоятельства оценивать. Ну, опять же, здесь в каждую голову каждого судьи не влезть, но очень часто встречается именно такой подход. Угу. Хорошо, значит, допрос свидетелей дальше. Допрос свидетелей, изучение письменных доказательств, возможно, оглашение каких-то экспертных исследований, возможно, просмотр каких-то видеозаписей. После того, как сторона обвинения представит все имеющиеся у нее доказательства, мячик переходит на сторону защиты. Да. Защита начинает представлять свои доказательства, своих свидетелей, которые говорят о том, что это было так-то, это было так-то. Может быть, где-то вспоминают о том, что и вот эти деньги, которые Никита Юрьевич то ли брал, то ли не брал в Лотте-Плазе, он хотел в последующем использовать на там, военно-историческое общество, на реконструкцию храмов города Кирова. Много на, было версий разных. Да, на ремонт дорог, еще что-то. На социальное обеспечение малоимущих граждан. В общем, представляют свои доказательства, которые посчитают нужным. После этого слово представляется непосредственно Никите Юрьевичу. Он дает свои показания. После этого судебное следствие закончено. Суд выясняет, нет ли каких-то дополнений, не желают ли стороны, сторона обвинения, сторона защиты как-то дополнить материалы дела чем-то. Если... Вызов дополнительных свидетелей, вот просто сторона защиты свидетели... жаловалась, что не всех допросили в ходе предварительного следствия. Ну а что тут жаловаться, это абсолютно нормально. Следствие допрашивает только того, кого считает нужным. Адвокаты могут точно так же допрашивать свидетелей сами и откладывать эти протоколы
в свою папку с тем, чтобы потом использовать... Их потом приобщить могут? Да. А могут не приобщить? Да, ну, приобщат все. Угу. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс напрямую запрещает суду отказывать стороне защиты в допросе тех свидетелей, которые явились давать показания. Поэтому допросят. Тем более, что здесь давать оценку все равно будет суд. Угу. Придет господин Пыхтеев, которого хочет допросить сторона защиты, в судебное заседание заявит сторона защиты ходатайство. Допросит его обязательно. Другой вопрос о том, что оценку тому, что он скажет, будет давать суд в совещательной комнате. Мы не знаем, какое решение он примет. Да даже сам суд не знает, какое решение он примет. Вот. После того, как никаких дополнений нет, суд переходит в стадию судебных прений, то есть сторона обвинения и сторона защиты выступают, предлагая свой анализ имеющихся в деле доказательств с выводами о виновности и невиновности лица, о доказанности либо недоказанности наличия события, состава преступления в его деяниях. Ну, а также сторона обвинения представляет свои соображения суду о мере наказания, которое должно быть наказано, назначено подсудимого. После этого подсудимый имеет право на так называемое последнее слово, после чего суд уходит в совещательную комнату для того, чтобы постановить приговор, то есть написать его, на что зачастую требуется достаточно много времени, от недели до двух-трех. Угу. После чего В приговоре, насколько я помню, указываются вот все эпизоды, все с описанием, совсем-совсем. Все указывается. И почему суд посчитал доказанными то или иное событие, и почему он отверг те или иные доказательства, и как он квалифицирует это деяние, и какое, по мнению суда, правовое значение имеет, как Никита Юрьевич собирался распорядиться полученными от господина Зудхаймера денежными средствами, потратить ли их в этой же Лотте-Плазе, либо на благотворительность куда-то потратить. После чего суд уже, собственно, дает свое суждение и определяет меру наказания в виде лишения свободы, в виде штрафа, в виде условного осуждения, в виде общественного порицания. Общественное порицание. Ян Евгеньевич улыбается тогда, вот кто не видит наши видеотрансляции на сайте echokirov.ru, тем я говорю. Ну, я не знаю, вы улыбаетесь, видимо, потому что вы считаете совсем невероятным такой исход. Нет, на самом деле я вспоминаю юридический анекдот из времен своей молодости, когда по уголовному праву Советского тогда еще Союза, какое, Аня, наказание являлось наиболее тяжким? Ну, конечно, общественное порицание. Мне так кажется, нет. Вторым по тяжести это была высшая мера в виде расстрела. Так. А самым тяжким уголовным наказанием являлась высылка за пределы социалистического отечества. Ого. Да. Мне кажется, знаете, наверное, вот те, кого приговаривали, они, может, и не совсем себя плохо чувствовали в этот момент. Ну, многие страдали. Ну, ладно, отвлеклись мы на самом деле. Хорошо, да. Еще возвращаемся. Буквально два вопроса, прежде чем мы уйдем на перерыв. Первый. Следите ли вы за тем, что происходит на сайте белых.ру? Анонсировали его открытие, там, возобновление работы. Я так понимаю, что новости там выкладывают все-таки адвокаты стороны защиты. Я не знаю, возможно, там какое-то отношение к этому имеет Екатерина Рейферт, да, которую представляют нам как невесту Никиты Юрьевича. Слежу, неинтересно. Прямо скажу. Так. Несколько раз заходил на данный сайт. Чистой воды билетристика. Я человек все-таки более конкретный. Меня, начиная с момента задержания Никиты Юрьевича в этой же Лотте-Плазе, мучит вопрос. А был ли мальчик и для каких целей действующий губернатор достаточно большой области вдруг у предпринимателя принимает подарки в виде мешка наличных денег? Знал ли Никита Юрьевич о том, что в этом пакетике? Ну вот последняя версия была, что не знал. Версии есть разные. Вот я почему считаю о том, что 22 числа, ну после 22 числа, многое сдвинется с мертвой точки. Потому что пока адвокаты не могут говорить, я так понимаю, да? Насмешка это все. Что значит адвокаты не могут говорить? Или могут? Существует понятие тайна следствия. То есть, во-первых,
Ну, я не встречал в своей практике лишения кого бы то ни было адвокатского статуса за то, что адвокат предлагает свое видение ситуации. Дело Навального тому яркий пример, по большому счету, где участвовал этот же Никита Юрьевич как свидетель. Угу. Вот, кстати, будут ли допрошены в качестве свидетелей представители правительства Кировской области? По делу Белых? Да. Ну, все ведь зависит от того, на каких доказательствах базируется сторона обвинения. Если, например... Есть утверждение про ущерб, да? Ну, тут вопрос как раз ущерба, он, наверное, мало кому интересен. Просто Никиту Юрьевича задержали с объективными доказательствами в виде определенной суммы в иностранной валюте. Вряд ли он будет отрицать, либо сторона защиты будет отрицать, что эта денежная сумма была в том самом пресловутом пакете вместе с бутылкой французского вина. Угу. Неплохую, кстати. Я рассматривал фотографии. Значит, возникает вопрос, знал ли Никита Юрьевич, когда принимал этот пакет ладошками, пальчиками, да хоть ногой, что в нем находится? Вот ответ на этот вопрос будет получен из... показаний самого господина Зудхаймера, который наверняка допрошен. Наверняка допрошен. Возможно, нам огласят объяснение Никиты Юрьевича Белых, которое он писал в момент своего задержания. Мы все видели фотографии, распространенные еще Генеральной прокуратурой, по-моему. И Следственным комитетом. Да, где видно, что Белых сидит за столом, заваленным наличными деньгами с бокалом воды, и пишет какую-то бумажку в виде объяснений. И демонстрирует как раз светящиеся ладошки. Вот. Возможно, в деле имеются какие-то результаты оперативно-розыскной деятельности в виде, например, прослушки телефонных разговоров, либо иных средств аудиофиксации. В конце концов, если действительно господин Зудхаймер шел в Лотте Плаза, уже зная о том, что последует за его общением с Никитой Юрьевичем, ну, наверняка какой-то диктофон, иное средство записи разговора при нем присутствовало. Если будет доказано о том, что Никита Юрьевич знал, что находится в пакете, ну, на мой взгляд, в целом, наверное, дело можно будет считать со стороны защиты проигранным. Потому что куда конкретно он собирался эти деньги потратить? На военное историческое общество, на храмы, церкви, больницы? Никакого правового значения уже не имеет. Фильм про Юрия Деточкина «Берегись автомобиля» мы все помним. С точки зрения и тогда действующего уголовного права, и ныне действующего, каким образом человек распоряжается либо похищенным, либо полученным в результате получения взятки, никому не интересно. Для закона уже не имеет значения. Не имеет значения. Главное, что нарушил. Ну да. Хорошо, сделаем сейчас небольшой перерыв. Напоминаю, Ян Чеботарев, юрист, у нас в гостях, и вернемся в нашу студию. Особое мнение на 101 FM. Особое мнение Яны Чеботарёвой продолжается. Я, Анна Лапшина, продолжаю задавать вопросы. Слежу на сайте за вашими вопросами, но пока вы их не задаете, я задам свои. Ян Евгеньевич, ну, мало времени остается, поэтому очень быстро сворачиваем тему Белых и переходим к следующей теме, теме выборов. Ну, вы наверняка, как любой житель области, следите и за выборами предстоящими главы региона. Посматриваю. Да. И за выборами в городскую думу, которые у нас, напомню, проходят в этом году одновременно, 10 сентября. Ну что, был приезд Владимира Владимировича Путина к нам. Говорят, что трактуют его однозначно. Безусловно. Это знак безусловного доверия действующему в Рио губернатора Игорю Васильеву. Да. Как вам кажется, поддержка президента 86% сыграет свою роль в поддержке в Рио? Да, безусловно. То есть прибавит процентиков, да? Конечно. Ну, не один и не два, а поболее, и гораздо поболее. Во всяком случае, ну, давайте, на мой взгляд, и приезд патриарха Кирилла, и приезд Владимира Владимировича Путина в преддверии выборов грядущих, ну, это очень правильный стратегически рассчитанный ход в пользу действующего временно исполняющего обязанности. Слушайте, вы знаете, мне прямо вот немножко даже неудобно за нашего президента и за нашего патриарха. Я вспоминаю выборы 96-го года, когда в поддержку Ельцина ездили звезды эстрады. А сейчас у нас получается, что в поддержку кандидата в губернатор ездит президент и патриарх. Вы это хотите сказать? Ну, в том числе. Слушайте, ну это же ужасно. Почему?
Не знаю, мне кажется, это как-то... Не знаю, немножко вот... не по чину, что ли. Да, ну прекращайте. Я вот видел на днях в интернете, как Трамп сжал руку главе Техаса, по-моему, и ничего, так. Это абсолютно нормально воспринималось. А что такого-то? Наоборот, просто в 96-м году голосуй или проиграешь, да-да, нет-да и прочие все эти забавные штучки. Но это же самое начало становления российской политической системы. Тогда действительно были откровенно прямые выборы. Была конкурентные. Безусловно, была опасность реставрации коммунизма, откровенная, причем в Российской Федерации. И слава богу, что этого не произошло на самом деле, при всей гадости, которая за подобного рода выборами воспоследовала. Ну, я лично считаю о том, что восстановление власти КПСС ни к чему лучшему бы точно не привело, лично мое мнение. А если действующий глава государства, можем по-разному к нему относиться и к его начинаниям, демонстрирует свою поддержку у главе субъекта федерации, ну так это нормально, у нас все-таки федеративное государство. Соответственно, это примерно, ну, разные весовые категории, безусловно. Но, на мой взгляд, это очень правильная политика, когда глава достаточно крупной области может опереться в каких-то вопросах на авторитет президента страны. Опять же, в некотором роде, ну, во всяком случае, в глазах электората, да, это гарантия того, что президент будет внимательно относиться к проблемам он области. Он будет, да, внимательно относиться, еще раз, при любом отношении к личности господина Путина, никто не может обвинить его в том, что он с недостаточным вниманием относится к тем персоналиям, которые с его фактически соизволения получают доступ на высшие посты в регионах. Угу. Он и к Белых внимательно относился точно так же, иначе бы Никита Юрьевич, простите, в настоящий момент не находился бы там, где находится сейчас. Мое мнение. Угу. Понятно, хорошо. Ну, то есть получается, что с кандидатом потенциально самым там, да, главным фаворитом на выбор губернатора ясность. 100%. Ну, на мой взгляд, есть, да. Я прогнозирую безоговорочную победу господина Васильева в первом туре. С отрывом? Ну, я думаю, знаете как, я не хочу гадать, сколько голосов наберет та или иная партия. Угу. Я, наверное, просто предположу о том, что если Игорь Владимирович наберет 60%, меня это не удивит. Угу. Ну, то есть больше 50. Ну да. Больше 50. Первый тур. Хорошо. Выборы в Гордуму. Там также все однозначно или нет? Ну вот в части своего внимания к выборам в городскую думу должен признаться, что из всей этой выборной кампании меня интересуют только отдельные личности. Прямо так. Скажем. Значит... Затрудню сейчас прогнозировать, кто сколько голосов наберет. Все-таки, на мой взгляд, гораздо более интересно смотреть за даже не выборной кампанией губернатора, а как раз за тем, как она развивается. Вот мне очень нравится, когда к нам приезжают президенты, премьер-министры, патриархи. Министры. Министры. Меня откровенно умиляет вот эта стена вашего дома, Аня, ну не вашего лично, а редакции, которую покрасили и нарисовали такую забавную картинку. А это не только наш дом, вы знаете. Если успеем, мы еще обсудим, да, чуть-чуть. Так, подготовка. Да, вот все-таки традиции СССР, они живы и не умирают. Люки, опять же, по-прежнему закатывают кое-где, встречал. Ничего в этом мире не меняется, да, к сожалению, а может, к счастью. Выборы в Гордуму, отдельные персонали, так? Ну, они будут интереснее, на ваш взгляд? Нет. Нет? Там тоже нет интриги? Вы не видите ее? Я не вижу никакой интриги в подобного рода выборах, хотя бы прежде всего потому, что все-таки очень мало каких-то новых личностей, очень мало. И новых идей точно так же немного.
мне гораздо интереснее следить за, например, господином Сураевым и желать ему всемирной победы и хотеть, чтобы... Василий Куприянович возглавляет список «Справедливой России». Да, значит, я откровенно... И вчера заявил о том, что готов стать главой города. Вот я откровенно симпатизирую господину Сураеву, начиная еще с тех времен, когда я чудом сумел побывать на территории предприятия, которое он возглавляет. Вот, на мой взгляд, вот подобного рода человек, как умелый хозяйственник, с ясной головой и ясным пониманием ситуации. Ну, интересно бы смотрелся в администрации города. Ну, я, опять же, за конкуренцию. И сейчас я должна сказать, что вот то, что было это сейчас мое со личное стороны мнение. Яны Чеботарёвой, это особое мнение, никак не предвыборная агитация. Хорошо, Ян Евгеньевич, буквально минута остается. Вы сами заговорили. Я думала, может быть, о другом. Давайте об этом. К приезду Владимира Путина, вы сказали, покрасили несколько домов. Вот. Но вопрос у меня к вам, как к юристу, следующий вообще, на самом деле. То есть вот наш дом, понятно. Про наш дом не знаю, кстати, не жаловался никто. У вас тоже граффити были? Нет, по-моему, нет? Там была довольно такая чистая стена, без каких-то посторонних элементов. Единственное, что она, по-моему, давно была не крашена и немножко облупившаяся. А граффити были на стене дома по Карла Либкнехта 93. Это напротив библиотеки Герцена. Тоже обратил да, внимание. И эту волшебную стену покрасили. Покрасили, естественно, частично. Так же, как и наш дом. Да, очень яркий такой розовый цоколь. Кто идет, может обратить внимание. И такая ярко-желтая краска примерно на уровне половины первого этажа. То есть вот так до окошечек. То есть граффити закрасили и все. То, что видно из-под деревьев, то свеженькое. То, что не видно, то старенькое. Вот. Единственный вопрос, который меня интересует в этой ситуации, местные жители жаловались, что покрасили без их спроса, а потом предъявили и сказали: ребята, а мы тут у вас вот благоустроительные работы провели, будьте добры, скиньтесь. Я не могу утверждать, насколько это стопроцентно, потому что об этом писали не мы, а наши коллеги. Ну, это нормальная ситуация. Очень часто бывает, когда управляющие компании, безусловно, желают как минимум отбить те затраты, которые они несут. Но, на мой взгляд, если дело дойдет до суда, управляющие компании, безусловно, откажут. Работы, которые выполнены без какой-то заявки и не в связи с правилами по содержанию общего имущества в многоквартирных жилых домах, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, оплате не подлежат. Грубо говоря, если, например, какие-то хулиганистые подростки исписали стену дома дурацкими граффити, безусловно, жильцы могут собраться, провести собрание, принять решение и возложить на управляющую компанию обязанность покрасить стену. И сложиться потом. Да, и, естественно, оплатить подобного рода услуги. Если управляющая компания сама производит подобного рода покрасочные работы, она это делает за счет собственной прибыли. Почему? Потому что обязанность по покраске поцарапанных, пошкрябанных, поисписанных фасадов у управляющей компании нет. Соответственно, требовать, настаивать на какой-то оплате в связи только с рекомендациями администрации города о благоустройстве ряда улиц по пути проезжающего кортежа недостаточно для того, чтобы требовать с граждан денег за подобного рода работы. То есть жильцы с чистой совестью могут отказаться, и никто не заставит их оплачивать. Да. Хорошо, спасибо Яну Чеботареву, юристу. Это было его особое мнение. На этом завершаемся. До свидания. До свидания. Я, Анна Лапшина, прощаюсь с вами. Особое мнение на 101 FM.